Так, что мы тут учим? Посмотрим. Так, сегодня у нас такой учебник очень хороший, кстати. Вот, инструкции цивик и морали. Ну, то есть морали, что такое хорошо, что такое плохо, так скажем. Очень жалко, здесь написано, что это вот класс как раз по годам Дениса, но очень жалко, что в школе это сейчас не преподают. Это очень хорошая вещь. Здесь обо всем, здесь о добре и зле, как говорится. И вот сегодня тема «La tolerance», толерантность. И приводятся какие-то тексты или стихотворения, какие-то выражения Виктора Гюго там и так далее. И разбирают дети. Вопросы, в общем, задаются, что такое толерантность. Здесь у нас было «La liberté», то есть... А вот, например, «честность». Что такое честность, да? Было «La liberté», то есть что такое свобода. Ну вот все, что связано с тем, как у нас раньше по Маяковскому, да? Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. И очень жаль, что сейчас в нынешних школах во Франции это не преподают. И я первым делом ему купила учебник такого плана. И вот мы занимаемся каждый день по одной теме проходим. De l'aide ou de l'amitié à cause de votre nationalité, de votre appartenance physique, de votre région. Ну, ты да? Помнишь про крестик? Да. Как было? Да. Нас выгнали, ну, не выгнали, а нам запретили носить крестик в школе. Это какой-то ужас был. А здесь пишут, да, в книгах, что мы толерантная страна, Франция толерантная страна. А на самом деле происходят такие вещи. Ну вот поэтому они перестали учить по этому учебнику, потому что очень уж не совпадает то, что они говорят, да, о стране Франция и то, что есть на самом деле. Кстати, кто знает, вот у меня лимон тут растет, и он цвел, он цветы, кстати, пахнет обалденно просто. И кто знает... Вот они отваливаются, эти цветочки. А как они вообще завяжутся? У меня же в доме нет каких-то насекомых, которые будут опылять. Они, как они цепляются-то? Или мне самой как-то надо опылять их? Кто знает об этом? Постепенно нахожу какие-то примочки в своем телефоне. Вот теперь стало как-то светло, красиво, да? Это просто нужно было нажать на экран на самое темное место. Теперь светло стало. Ну, как вы уже поняли, я еще начинающий блогер. Я еще пока не знаю всяких примочек. У меня нет времени обрабатывать сильно видео. Возможно, я его найду скоро, в скором будущем, да? Меня, возможно, это затянет в море вот этих вот блогерских примочек, идей. У меня есть даже Вегас на компьютере, но вот это перекачивание с телефона на компьютер, обработка, вот это все, это же занимает время, его нужно найти, а вечером я уже сонная и так далее. Но не будем отходить от темы, а тема сегодняшнего урока у нас, как я вам уже сказала, это... Посмотрите, в каком я месте, музыкальном. Это у нас ребеночек тут занимается музыкой, самостоятельно причем. Ну, у нас сейчас все можно найти на YouTube, да, и уроки музыки на пианино, на таком, да, и на гитаре, все можно найти. Так что он с удовольствием это делает. Я хотела вот о чем с вами поговорить. Итак, у нас сегодня тема, да, какая? Вот книжечка эта, то есть «Manuel de l'instruction civique et morale», то есть книжка о добре и зле. О понятиях таких вот, которые должны закладываться у ребенка с детства, серьезные понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, и что можно, что нельзя. Я считаю, это очень полезная вещь, и очень странно, что программа школьная настолько изменилась во Франции, что эту книгу удалили из школьной программы.
Но так как я ребенка забрала из школы французской на домашнее обучение, первое, что я купила, это вот именно эта книга. Итак, сегодняшний урок у нас «Ля толеранса». Вот есть здесь одно стихотворение, которое я немножечко вам зачту, начало, да, и затем ребенку предложено это выучить, это стихотворение. Мы с ним вообще делаем по два стихотворения в неделю, учим, он с удовольствием учит, он очень быстро учит, он очень способный человек. Итак, стихотворение «L'homme qui t'a rassemblé. J'ai frappé à ta porte pour avoir un bon lit. J'ai frappé à ton cœur pour avoir un bon lit. Pour avoir un bon feu, pourquoi me repousser? Ouvre-moi, mon frère, pourquoi me demander? Si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Europe, ouvre-moi, mon frère. Ну, стихотворение о том, что человек стучится в дверь и говорит, я бы хотел переночевать, мне негде спать, я бы хотел согреться, открой мне, пожалуйста, дверь, почему ты мне не открываешь, мой брат? Даже если я африканец, даже если я из Америки, даже если я из Европы, я все равно твой брат, открой мне. Ну и так дальше продолжается стихотворение, все зачитывать не буду. Ребенок потом выучит его, прочитает, возможно, вам. Так вот, толерантность. Что такое толерантность? И это во французских учебниках, которые, видимо, после того, как начали вводить вот эту вот систему о том, что... Ну, вы в курсе, да, что сейчас идет грандиозный проект, чтобы всех людей сделать одной единой расы, да, чтобы не было таких рас, как бы, разноцветных, и чтобы была только одна единая раса. И здесь мне понравилось очень, на следующей странице написано «La richesse de la société vient de nos différences». То есть это говорится о том, что «La richesse». Богатство, молодец, я уже хотела выключать камеру. Богатство, вот видите, туплю, и ребенок, слава богу, подсказал. Богатство страны зависит от разницы всех людей. То есть, что все люди разные, от этого и зависит богатство страны. Как у нас и было при Советском Союзе, да? То есть, наша страна была безумно богатой из-за того, что у нас... Вот куда надо смотреть, нашла камеру, вон она. Из-за того, что у нас состоял Советский Союз наш из разных-разных республик, и все люди были как братья, да, ну, все и есть сейчас, да, самые понимающие люди как братья так и есть, но, к сожалению, все равно официально Союз развален. Так вот, о чем я. Во Франции такой учебник, да, разговор о толерантности. И в то же самое время что происходит? А в то же самое время происходит во Франции, кстати, тоже очень много людей, которые не воспринимают другие национальности. То есть, с одной стороны, во французских школах, детских садах там и так далее, сейчас, вот в последнее время, да, идет разговор о том, что нужно обязательно принимать другие национальности, нужно дружить со всеми другими, и это не обязательно, что человек какой-то другой, если у него другой цвет кожи и так далее. С одной стороны, говорят так, а с другой стороны, вот я, например, заметила, что во французских школах идет такое понятие, что если человек вдруг отличается от других, то к нему какое-то странное отношение, что он себя ведет как-то не так, что у него какие-то другие взгляды на жизнь, что он немножко другой. Здесь как бы в основном любят не выделяться. Вот французские школьники, например, они не любят выделяться. Например, я слышала даже, что здесь очень часто обзывают очень сильно людей с рыжими волосами. То есть вот и говорят о том, что рыжие там плохо пахнут, например, вот такое говорят. Говорят также про афроамериканцев, такие же вещи. Также идет немножко, немножко. Вот, например, в этой книжке опять же идет, да? On ne doit pas chercher à supprimer les différences qu'il y a entre nous. То есть мы не должны пытаться исправить, удалить разницу, которую мы видим в других. То есть мы замечаем какую-то разницу, мы не должны их принизить и как-то удалить эту разницу.
С одной стороны, все французы кричат, что мы против расизма, мы такие толерантные и так далее. С другой стороны, я вижу, на практике происходит то, что если ты вдруг выделяешься из толпы, то тебя пытаются как-то принизить, присерить, сделать себя как бы потише и понезаметнее. Например, расскажу одну историю. Я уже об этом рассказывала на канале, если вы смотрите, тоже канал Ксюши. Вот называется вот модным словом болезни, да, и музей. Вот модное слово вот этой болезни, которая сейчас происходит всемирно, и музей рядом. Не буду произносить, чтобы меня тоже не заблокировали, как бы, потому что эти слова сейчас особо нельзя произносить, цензура. Так вот, я давала интервью там тоже и рассказывала про то, как, вот, например, в прошлом году у нас было, я пришла за ребенком в школу, и меня встретили у ворот две учительницы, учитель и, по-моему, директор. И говорят мне, что ЧП у нас, мол, я уже испугалась, что натворил мой ребенок. Они мне дают в пакетике его крестик нательный и говорят, что вот, мол, крестичек ваш, и, пожалуйста, чтобы больше мы его не видели на теле вашего ребенка. Ну, вы понимаете, да, меня, русского человека, мне такое сказать вообще. Я, значит, сразу, что такое, в чем дело, какое вы имеете право и все такое, и они мне заявляют, а вы что, не в курсе, у нас есть такой закон во Франции, который запрещает носить религиозные символы, какие-то символику в учебных заведениях. Я говорю, да что вы говорите, вообще-то мы здесь учимся с 4-летнего возраста и всегда носили крестики, и тут вдруг такая новость. На что мне сказали, нет-нет-нет, и учтите, что больше мы не видели крестика на теле вашего ребенка. Я, значит, вернулась домой в этот день, залезла в интернет все документы юридические и нашла этот закон, да, действительно, он существует во Франции, который гласит, что в учебных заведениях любого плана запрещено носить религиозные символы. Но это говорилось о ярко выраженных символах, то есть таких, как вуали, какие-то тюрбаны там из чего-то, ну и огромные кресты нательные, там, допустим, если такие есть в каких-то религиях. И внизу такая была маленькая-маленькая приписочка мелким текстом о том, что крестики нательные, исключение ведется, что крестики нательные носить разрешается. Я, значит, выписала все. И позвонила в школу, назначила собрание с директором и с учительницей. И на этом собрании я просто... Меня это очень сильно возмутило, как они обошлись. То есть ребенок мой увидел, что с него снимают этот крестик. То есть вот такой акт произошел, да? И я собрала собрание и сказала им сразу же, что вы, учителя, извините, конечно, что я вам это говорю, но, пожалуйста, выполняйте вашу роль, то есть обучайте детей и не делайте больше ни таких вот движений в сторону крестика на теле моего ребенка. Вы не имеете права это делать. Сунула им под нос распечатку эту, сказала, что в следующий раз, когда они захотят тыкнуть в какой-то закон, чтобы они сначала его прочитали как следует, да, вот, и сказала, что ни в коем случае не прикасайтесь к каким-то аксессуарам на теле моего ребенка. А в то время, когда бассейн, да, я знаю прекрасно, что он может потерять этот крестик, он на тоненькой цепочке, с ним ничего не может случиться, он не может нигде зацепиться, если он где-то зацепится, он его просто порвет, эту цепочку. Просто жалко. Серебряная цепочка, это серебряный крестик. Поэтому... На время бассейна, значит, мы его не будем одевать в школу, а все остальные дни он будет ходить с ним в школу. И никто мне не запретит этого делать. Вот так. Вот такая толерантность во Франции. С одной стороны, французы все говорят, что они толерантные люди. Много очень людей, думающих, как я, конечно. Много толерантных людей. И в основном это, конечно, приезжие люди, да? Но основная масса французов, которые здесь живет давно... которые здесь родились, и вот которые местные, самые местные французы, ну, я бы не назвала их прям толерантными. Все-таки есть такое, что отношение к иностранцам немножко предвзятое, скажем так, как, ну, как иностранец по-французски, это будет «этханжер»,
То есть étranger, значит странный, да, étrange, странный у нас идет étrange. По-французски étrange это странный. А поэтому это странник, странный человек, да, приезжий, иностранец, странный человек. Вот. Еще раз говорю, что это отношение местных жителей, в основном местных, и в зависимости от региона тоже. Чем больше регион наполнен приезжими людьми, соответственно, больше там толерантности. Но так как я говорю, что основные книги, основные понятия из французского образования были удалены, то есть таких понятий там дети не проходят, если только сами родители им не подсказывают, не говорят. Поэтому задача, да, в школе какая программа, да, постепенно-постепенно всех, значит, привести не только к среднему роду, но еще к среднему роду, так скажем, к среднему полу и так далее. Вот такое постепенное нагнетание. Конечно, многие со мной будут не согласны. Я вас прошу, те, кто не согласен с тем, что я рассказываю, да, пишите, пожалуйста, ваши аргументы под видео. Будет очень интересно всем почитать, и мне в том числе. Возможно, я где-то ошибаюсь даже. Напишите мне, укажите на мои ошибки. Ну, я вам говорю, вот в своих видео высказываю свою точку зрения, свое мировоззрение и свои ощущения, наблюдения и так далее. И, как я вам уже говорила, сегодня мы с вами поедем в наш городок, пройдемся по ресторанам. Погода не очень, просто жуткая погода, дожди. Но мы попытаемся с вами заснять интересный материальчик. Ну, возможно, нам удастся даже покушать в ресторане, да? Ну почему она не работает, я не понимаю.